Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Огни Светлого. Сейчас мы играем за инженера Вишневского. И вообще тут происходит что-то непонятное. Мы то ли играем за трех разных людей, то есть лейтенанта, инженера и жену инженера, то ли это один человек с биполярным расстройством. Нифигашеньки, непонятно. Но будем разбираться. Ну что ж, погнали. Давайте выдвигаться с балкона. Нас только что перекинуло с жены. Только люди любят солнце. На инженера. Жена себе, вернее, как себе, ей какой-то поклонник притраканил магнитофон и подарил, подкинул под дверь и убежал. Но при этом как бы инициалы там были ВП, и он работает с ней. Или с мужем. Не, с ней, на работе. Так, ну это то же самое. А, нет, открыт новый аэровокзал. Формула рабочего дня. Так, ладно, это я тоже не хочу читать. То есть, если что, паузу потом поставьте, почитайте. Просто шрифт очень мелкий, и напрягать, ломать глаза я не хочу. Так, это мы взять не можем. Тут что? Тут? А, то есть тут можно было еще разные открыть. Так, ну, штуки всякие. Так, лампочки. А что надо? Пока непонятно, что надо. Так, ладно, давайте ключ. Короче, одни и те же шкафчики мы открываем, находим там. Давно пылится. Может, подключить его? Так, заданий у нас пока нет. То есть мы заходим за разных людей, ну или это один и тот же человек, я не знаю. И что-то делаем. Что и зачем, непонятно. Так, а мы сможем спалить сейчас? Так, ладно, это мы успеем почитать. Ну-ка. Это же... Кажется, я испортил себе сюрприз. Да, сюрприз тебе будет еще какой, я думаю. Если она вдруг ответит на ухаживание этого таинственного ВП. Так... Так, судно нам не нужно. Так, ладно, надо, наверное, записку почитать. Так, доброе утро, Толя. Решила все-таки бумажку оставить, а то опять забудешь. В комнате надо доделать все, что не успели. Повесь Наде полку над столом. А, то есть Надя, она... Та, кто она там? Не помню, как ее зовут. А, жену ее, его... Но дочь, видимо, есть. Так, ладно. А, полку над столом, только невысоко. Знаю я тебя. Доклей у комода, обои повесь люстру. Она в кладовке. Только аккуратней. Из-за этой люстры со Светкой поругались. Месяц уже шипит. Жди к утру. Ладно, за работу. Жена по сменам типа работает. Так. Радио почему-то выключено. Так, может подключить, может быть еще что-то. Так, а у нас есть кладовка? А где кладовка? А, то есть муж может выходить, жена выходить не может, солдат выходить... А, это кладовка. Допустим. Кладовка как бы немножко по-другому выглядит. Отыскал Петрович с завода. Так, ну, допустим, люстра. Так, ладно. Мы же ее не можем, если что, раздолбать, я надеюсь. Так, ну-ка. Ага, бутылки уже нет. А она носила какой-то чисто декоративный характер, эта бутылка. Но взять мы ее не могли. То есть, чтобы там оттереть на полу фигню. Так.
тут что? Тут то ли ничего, то ли хрен знает. Здесь потихонечку вроде как ремонт типа продвигается. Так что это... Неплохо бы клей развести. Ладно, мы разведем его потом. Слушайте, чтоб я так люстры вешал. Что? Что сделать? А, лампочки. То есть, ну, лампочки я просто заранее взял в шкафчике. Теперь можно проверить. Да? Ну, давай проверим. Да будет свет. Сказал электрик и сам обрезал провода. Ну да, ну да. Так, побелить полку над столом, доклеить обои. А, нет, ты не хочешь это брать? Гвозди и молоток нужны. А, молоток, клей. Ладно, соберем вообще все. Гвозди. Ведро. Нет. Так это не работает. И так это не работает. Ну, вот так работает что? А, полочку надо взять, да? Это что, это полочка? Ну, допустим. Вроде ровно. Или не очень. Ой, смешно. Нормально. Просто из пазов выпало. Ай, нормально. Ну да ладно. Так. А чё, почему мы не берем? Что надо? Так, доклеить обои. Воды набрать надо. Надо клей в ведре развести. Я так полагаю, что воды надо набрать. Ну, неплохо, подсказочки такие, типа, туда-сюда. Так, мы что-то еще можем сделать. Я так полагаю, что тут почему-то дают достижения за то, что мы просто что-то где-то открываем, что-то как-то смотрим. Стоп, я что-то где-то тут видел. Мне показалось. Не понял, зачем это все. Ага, тут даже смывать можно. Надеюсь, задание сходить в туалет не будет. Надо на два наливать. О, даже так. Так, ну, задания пока какие-то однозначно не слишком сложные. Я бы сказал, совсем не сложные. Но я пока не понимаю, что происходит. Так, и что? Так, это я типа развел. Ну, наверное. Предположим. Так, ладно, фиг с ним. То есть ты брать это не хочешь? А, я понял. Все. Че, типа давай клеить? Нет. А, то есть мы прям вот прям по-настоящему будем клеить, да? Прям брать обоину. Ну, слушайте, неплохо. Одной заботы меньше. Что это за звук? С балкона, кажется. Так. Надеюсь, там никто не прыгнул к нам на балкон. Любовник соседа сверху. Так, ладно. Что происходит? Как же это так? Дохлая. Дурная примета. Тамара расстроится. Согласен, дохлый голубь, перевернутые цветы. А откуда он так спикировал? Так, стоп, что опять происходит? Нас опять куда-то заносит. Так, дурная примета, получено достижение. Тамара Плюшевская, 31 год, завтра с складом ТЭЦ, возвращается с работы. Так, назад мы не можем. Так, мы опять играем за жену. Ну, вроде бы это типа разные люди, я ж надеюсь. Потому что если кто-то ухаживает за мужиком, который считает себя женщиной, ну это слегка туповато. Пешком мы не пойдем, да? Ну да, пешком мы не пойдем. Так, тут
зачем мы открываем вот эти вот щитки? Какой в этом смысл? Но я так понял, что все, что интерактивное, здесь зачем-то пригождается. Ну, рано или поздно. То есть потом за кем-то бесом нам туда нужно будет. Так, мы на восьмом, это я помню. Короче, пока все очень странно и очень непонятно, и самое главное, непонятна цель. То есть, вот, а это что? Это симулятор советской семьи? Или что? Так, бутылки нет. Предположим. Так, соседки постучаться, ну, позвонить можем. Что-нибудь, может, еще выкинет, не? А, может... Я так понял, что соседка у нас странная, да? Принципиально не открывает, на звонок не реагирует, ну да ладно. Или ее не стало? Нет, ну это тут стоит. Да, был человек и нет. А кто? То есть там жена забила мужа или муж просто от синьки помер? Ладно, допустим, так, о, мы себе, к себе можем позвонить? Нет, можем открыть. То есть зачем-то мы можем себе звонить, да? Или можем открывать. 85-й, ну ладно. Стоп, а тут разве прозрачная дверь была? Так, что надо сделать? Проверить успеваемость Нади. Так, мы, получается, сейчас с дочкой пообщаемся, да? Стоп. У солдата это было, по-моему... Стоп. Или мы перестановку сделали? Или дочь переехала к нам, и мы перестановку сделали? Сколько времени прошло с момента того, как мы начали играть? Я просто под даты эти не запоминал, которые там были. Но я так полагаю, что какое-то время прошло, потому что мы пересунули отсюда сюда. Все. Так, ладно. Видимо, может, это насколько-то важно все. Хлебницу сюда поставили. Или не важно то, что вот все это... Так, стоп. Штуку мы, видимо, что, достали или подарили мужу? Куда мы дели? Так, это, по-моему, появилось. Сода бесконечная, вечная стоит. Пустовато. Ну так ты, блин, не знаю кто. Жена, не жена. Почему у тебя в холодильнике пустовато? Ладно. Пойдемте проверять успеваемость дочери. По-прежнему ничего не можем, да, кроме как... Ну, если учитывая, что можно открыть и смыть, учитывая, что здесь только интерактивное то, что нам пригодится... То, блин, боюсь, нам скоро придется сходить в туалет. Заправить кровать. Так, а как мы будем проверять успеваемость дочери, если дочери нет? А это что за бумажка? Так, ладно, бумажку мы сейчас посмотрим. Читать вообще, как бы лазить по вещам дочери или ребенка. Ну, такое себе без ребенка. Нехорошо. Так, ладно, давайте бумажку почитаем. Так, поехать в заводской пионерлагерь. Лучшие затеи за лето. Спасибо, поле. Такси на 7 Ферруфополь, конечно. Но есть озеро, столько веселья, безделья и смеха целый. Так, захотелось выкурить сигарету, вспомнился лагерь, одолжил у пап, все равно не считает. Звезда тебе, Надя, или как тебя там зовут? Дочь, короче говоря.
Все равно не считает, долго покашляла, но потом ничего, втянулась. Иногда, конечно, лучше в этом... Кто? Инга, конечно, в этом лучше подкована. Но я так не всерьез заставила Сашку найти целую пачку. Нашел. У деда, наверное, спер. Ничего, должна же у него быть какая-нибудь польза. Ах ты, скотина какая. Парни гоняет. Читаю за глупые стишки, курю в гараже. Больше негде, а то заметят. Я туда и кассетник утащил. Короче, почти переехал. Пока тепло. Говорят, Петрович болеет, увезли в больницу. Наверное, скоро помрет. Не жалко. Ты, блин, какая скотина, а? Курит, блин, Петровича, и не жалко. Он без конца пьет и ругается с женой. Ну, конечно, Петрович тоже негодяй. А вот дядю Витю снизу жалко. Он добрый был. Так, что-то здесь все помирают. А ни разу ничего мне плохого не сказал. Хотя я могу несколько часов в музыку громко гонять. Так она еще и курит. Так, заправить кровать, наведаться в гараж, проверить успеваемость Нади. Так, а гараж? Ладно, гараж мы еще найдем, проверить. Так, 3, 2, 4, 3, 2. Слушай, а дочь у тебя дубина, походу, да? Как-то история 2, английский язык 2. Геометрия 3, русский, так, труд 4, ну хоть, блин, труд и то. Так, химия 3, история 3, геометрия 2. Да она вообще тупая, как пробка. То, что как бы по, ой, что там, труду четверку получила, ну как бы такое себе. Что за ребенок? Ну, стыдоба. Да, наверное, потому что ты не занимаешься стыдоба. Так, что, кто, где? Так, стоп, тут что-то можно... Да, играть на гитаре, которая стоит. Так, что звонит? Телефон, видимо. Так, предположим, что у нас тут? Больше ничего нельзя сделать, взять? Так, хорош, звонить. Нам в гараж надо сходить, нет? Или телефон надо взять? Ладно, здравствуйте. Добрый день, Тамара Ивановна. Ты кто такой? У меня к вам очень деликатный разговор, не телефонный. Уделите мне немного времени. Ты кто такой? Совпадают мысли. Вы меня знаете. Это очень важный разговор. Ты кто такой, ёпта? Звонки домой? Что-то новенькое. Ну, вообще, стоило узнать, что за хер. Вы меня знаете. Так, мы хотели сходить в гараж. А чё, как сходить в гараж? Так, ну теперь мы умеем выходить из квартиры. Это хорошо. Петровичу кердец. Внизу кто он там, кердец? Так, пешочком мы, скорее всего, наверное, не пойдем, да? Да. Без ключа я в гараж не попаду. Нам надо найти ключ. А где мы ключ найдем? Дочери где-то? Ну и где нам ключ искать? Ну, ключ обычно висит у двери или лежит где-то у двери. Так. Да. Так, ключ, 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 ключ. Наверное, где-нибудь здесь. Нет. Ключ. Кстати, да, ключи такие тоже были. Было дело. Так.
Все, нам больше ничего не надо. Причем, стоп, до этого было что? Там кто-то что-то болел? Или солдат, когда здесь был, он что-то там где-то читал, что мать была в больнице? Короче, что-то тут непонятное происходит. И зачем такая, скажем так, перестановка отсюда, от одного героя к другому, тоже пока непонятно. Как бы в чем смысл, где логика и вообще про что сюжет. То есть, как бы, ну, у нас пока какой-то симулятор типа семьи. Типа солдат, который тут побыл и писал письмо маме. Петрович, который помер, который бухает. Так, а чё? Чё? А, кнопку, да. Как, ну, продумано, чтобы поехать, надо кнопку нажать. Ну, логично, логично. Так. Нет, тут ничего мы не можем сделать. Стоп. Цветет сирень на даче, ты любишь песни, молодые. Yes. А, ну это, короче, этот чувачок там подкидывает ей записочки, или нет, или кому. Ну, наверное, ей, да. Подкидывать ей в ящик, который там читает, может открыть папа, мама и еще кто-то. Какой-то тупенький Сашка, или кто он там. Так, ладно. А как мы гараж будем искать? А, то есть тут открытый мир? Предположим. Какой-то москвич разобранный. Допустим, допустим. Так, стоп, а я сюда зайти не могу? А, ну то есть как бы открытый мир, но, видимо, не, стоп. Но не совсем открытый, но и не совсем закрытый. А покататься не можем. Паркур? Нет, паркур нельзя. Так, залезть не могу. Сюда. Но учитывая, что мы сюда можем пройти, видимо, это неспроста. Так, что-то тут провалилось, взорвалось. А как нам гараж искать? Наведаться в гараж. А откуда я должен знать, где гараж? Так, а, ну, короче, мир не совсем такой уж и открытый. То есть туда я пройти не могу. Ну, наверное, гараж где-то здесь, да? А, вон не гаражи. Неторопливо мы, конечно же, ходим. Сейчас дочке там прилетит по шапке. Так, жилищная эксплуатационная контора города Светлова. Прием населения. Так, так, ну, не знаю, насколько это полезная информация. И нужна ли она мне. Так, а мне, я правильно вообще иду? Ну, я так полагаю, что шел бы неправильно, меня бы сюда не пустило. Так. Сюда, я так полагаю, что тоже, да, пройти не могу. Сюда. Так, территория ГСК Заря. Горючий смазки. Как это ГСК? Городская служба контроля. Или как это? Высота 2,5, допустим. Мне тут что-то искать, на? Ой, что-то... Что? Что-то нехорошо. Что происходит? Или после вот этого мы попадем в больницу? Нет? А, нет, нормально, идем дальше. Так, доска объявлений. Сдам в аренду гараж, 18 метров, новые машины никогда не стояло.
Погреб сухой. В первую очередь зимой чистят дорогу. Вадим Михайлович. Надеюсь, это запоминать же не надо. Так. Картошка из деревни Кабитова. Крупная, не гнилая, дешево. Запасов много. Хватит всем. Приходите со своими емкостями. Заводское шоссе, 15, квартира 50. Ну, блин, я надеюсь, это запоминать не нужно, потому что я не запомню. Так. Там что-то мигнуло, наверное, нам в ту сторону. Или нет, или как я должен найти гараж? Я так полагаю, что мы, наверное, просто не в ту сторону пройти. Нет, можем. Блин, я... Ну, ладно, допустим. А как я угадал, что это наш гараж? Так, стоп, давайте я туда пока не пойду. Давайте мы посмотрим, что здесь еще есть. А то я как-то вот с той стороны там что-то мигнуло, я думал нам туда. А получается, что мы такие раз и вот опять что-то мигнуло. И с фактически как-то с первого раза угадали нужный гараж. Как так получилось, я вообще не знаю. Может тут какое-то воздействие на подсознание? И внушили, что мне туда надо? Так, ну я так понял, тут все закрыто, да? В другой гараж я, видимо, не зайду. Тут, блин, 19-й, а может, кстати, единственный гараж с номером. Поленились, блин, подписать остальные? Это вообще давно не... А, сюда и пройти нельзя было, я понял. То есть вариантов у нас было немного. Я как-то... интуитивно сюда сам зашел. Так, ну допустим. Ну и на кой хрен мы сюда приперлись? Нормально, сперла ее кассетник. Так. Не, это мы выключим, а то мы подпадем под какую-нибудь лицензию. Ну нафиг. Так, так, суббота, приехала Инга, есть 6 остановок на автобусе, меня бы так далеко не пустили, курили, болтали, засранки, слушали кассетник, снова курили, не думала, что докачусь до такого, но было весело, прикрыли дверь, чтобы снаружи не заметили, дым такой, туман тут образовался, прям концерт Пугачевой в Олимпийском. Обменяла в школе шарф на плакат с венроком. Шарф старый и в катышках. А венрок крутой смотрит. Ну, допустим. Теперь на меня со стены. Думаю, скоро в нем заговорят все и станет неинтересно такого... И станет неинтересно такого слушаться. Сама суть любить кого-то не всем знакомого... Как будто своя тайна. Если так случится, закреплю его поверх другим плакатом. Сдирать нельзя, я им какую-то точку горелую залепил на обоих. Не знаю, откуда она взялась. Может, папа чего натворил и не признается. В любом случае, лучше спрятать. Они обои эти в те годы еле... Нашли, да полтора месяца клеили, пока я у деда с бабкой жила, инфаркт схватят. Так, то есть они полтора месяца клеили, это она сюда приехала в то время, то есть прошло сколько-то лет. Блин, надо было запоминать все, что там было написано. То есть там какая-то дырка у нее, которую она то ли прожгла, то ли курил, то ли еще что-то. Ну, курить в закрытом помещении, то есть, если она это скрывает от матери. А, ну, такая себе идея. А, вся ж одежда, волосы и все остальное пропахнет. И звезда тебе, подруга. Как они как бы не чули, что у них дочь курит, ну, хрен знает. Ну, допустим. К тому же вот таким способом. Так, ладно. Закроем. Так, и мы сейчас... Че? Вернуться домой. Да блин. Ну, допустим, ладно. Ну, могли бы какой-нибудь бег сделать.
то как-то медленно, блин, и не быстро мы идем. Машины? А с чего ты взяла, что машина по твою душу? Или это рабочий тип машина? Нам с ним пообщаться надо? Или что? Нет. Тамара Ивановна, прошу. Что прошу? А где ты? Почему тебя не видно? Поверьте, это очень важный разговор. Угу. Ну, говори, о чем речь. Не надо меня донимать. Уезжайте. Хорошо. Тогда на досуге почитайте вот это. Что это? Личное дело. Что? Всего доброго. Так, получено достижение, нежелательная встреча. Не, пообщаться нельзя. А ты сказать, о чем речь, не можешь, да? То есть так и будешь загадками говорить. Чувак на Волге. Ну, только, по-моему, в 85-м такой Волги еще не было. По-моему, я вот прям на 100% не уверен, но если это Волга, ну похоже на Волгу, но в 85-м Волги были с круглыми фарами такие, а это, по-моему, появилось, наверное, в 90-х, что ли, годах или еще когда-то. Ну да ладно, фиг с ним. Так. Мы что? А, ну мы еще за жену. Ну и что тут? Так, что происходит? Отключись. Постановление о возбуждении уголовного дела. По принятии его к своему производству. Светлов, начальник КГБ по Свердловской области. Семченко. КГБшник приехал к завскладу отдать ей дело. Ладно, о чем речь. Оригинал этого документа не пройдет дальше, если вы придете, правильно? Оригинал этого документа не пойдет дальше, если вы придете, правильно? Правильное решение. Ваши все папки с чертежами и разработками должны быть отправлены. А, то есть ее шантажируют. Следователь управления КГБ РСФ Свердловской области майор Краснов в рамках допроса свидетелей ознакомлен с материалами проверки, выяснил, гражданин Плюшевский Анатолий Владимирович по национальности еврей. Сука. Ну и сюда они этот вопрос приплели. Камон, блин. Старший инженер бюро перспективных разработок Свердловского велосипедного завода. Ладно, допустим. Имени Ленина подозревается в государственной измене, а именно о передаче технологической документации на образцы продукции иностранным компаниям в обмен на финансовое вознаграждение. Что за херня происходит в этой игре? Помощь с оформлением выездного пропуска государства из... Государство Израиль, принимая во внимание, что материалы проверки имеются достаточные данные, указывающие на признаки совершения преступления, предусмотренного статьей РФ, не принято уголовное дело. Какого хера? То есть велосипедный завод? Какие перспективные разработки? Мы психи? Ай. Что за дичь? Могли бы что-то более-менее приличное написать, да? Ну ладно, допустим, может быть, это прикрытие для велосипедный завод. Ой. Истерика. Так, ладно. Так, оригинал документа не пройдет дальше, если вы примете правильное решение. Она завскладом. Стоп, а какие все папки о чертежами и разработками должны быть отправлены? Оригинал этого документа не пройдет дальше, если вы правильное решение. Все папки и документы.
Чьи папки? То есть папки документы инженера? Ни хрена не понял, Какие же твари? но очень интересно. Так, ладно. Так, стоп, ключ. Что я взял? Анатолий Плюшевский, 34 года инженер, отдыхает дома. Так, 85-й, 14.05. Огни Светлова, страниц героической истории. То есть там где-то дочь бегает. Так, ну, по крайней мере, что-то интересное начало закручиваться, да? То есть до этого было непонятно, что происходит. Тут сейчас что-то как-то становится плюс-минус интересно. Но изучать, что будет дальше, и что-то еще интересного мы найдем, и какие-то повороты сюжета тут начнутся, мы будем выяснять и развивать сюжет в следующей серии. В этой серии, наверное, я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки, ну и про колокольчик тоже не забывайте.